Чтобы выровнять спину, нужно понять суть проблемы. Если у вас сколиоз, то суть проблемы в расслабленных глубоких мышцах спины. Это мелкая мускулатура, которая соединяет каждые два позвонка, и если эти мышцы расслаблены, то ваш позвоночник буквально рассыпается в стороны. Эти мышцы нельзя просто пойти и подкачать, как бицепс или трицепс в тренажерном зале, либо на турнике. Они включаются автоматически, если у вас хорошее здоровье, если у вас много энергии, и расслабляются, если у вас плохое здоровье и мало энергии. Когда у вас случилось что-то хорошее и вы получили всплеск положительных эмоций, то вам автоматически хочется ходить ровно. Именно потому, что включаются в работу глубокие мышцы спины. Также при сколиозе всегда есть деформация межпозвоночных дисков, смещаются и деформируются внутренние органы и обязательно асимметрия мышц спины. Но это уже не причины, а последствия. И чтобы выровнять позвоночник, нужно устранять не только причину, а одновременно, устраняя причину, устранять также и последствия. Например, если глубокие мышцы спины каким-то чудом сами включатся в работу и вам захочется ходить ровно, то асимметрия мышц спины и деформированные межпозвоночные диски не будут давать вам это делать. Поэтому нужен комплексный подход, нужно наладить работу всего организма, включить в работу глубокие мышцы спины, выровнять асимметрию мышц спины, вернуть правильную форму межпозвоночным дискам и поставить на свои места внутренние органы. Если просто делать утром и вечером пару каких-то упражнений на осанку при сколиозе 2-3 степени, то это просто путь в никуда. Поэтому самостоятельно никто не может решить эту проблему. Врач говорит, что это неизлечимая болезнь, и максимум, что он может, это поставить диагноз. Просто потому, что его этому не учили. Этим занимаются реабилитологи и специалисты по лечебной физкультуре, их этому учили. Но беда в том, что найти таких специалистов очень сложно, особенно в вашем городе. Поэтому я подготовил онлайн-курс по выравниванию спины, в ходе которого я рассказываю, что делать при кифозе, при сколиозе, как вернуть правильную форму межпозвоночным дискам, как выровнять асимметрию, вернуть на свои места внутренние органы и наладить здоровье. В ходе курса я подробно изучаю каждого человека и контролирую его на всех этапах. После обучения, которое длится месяц, вы получите первые результаты, и дальше вы уже сами сможете выровнять свою спину или же остаться под моим контролем до ровной осанки. Подробнее о курсе смотрите внизу.